В выходные 27 и 28 января во Владивостоке прошли чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа по киокушинкай-карате. На татами в эти дни вышли порядка 500 сильнейших каратистов со всего Дальнего Востока. Приняла участие в этих соревнованиях и команда Хасанской школы киокушинкай-карате. Чемпионат ДФО – самый статусный турнир на Дальнем Востоке. Новички в нем участие не принимают. На этих соревнованиях можно не только получить медали, но и выполнить норматив мастера спорта. Победители затем представляют регион на чемпионатах России, Европы и мира. В число призеров на этих престижных соревнованиях вошел и спортсмен из Славянки Давид Техов. Давид успешно провел два боя и стал золотым призером среди спортсменов в возрасте 12-13 лет, свыше 60 килограммов. На чемпионате состоялось и показательное выступление руководителей городов Академии Киокушинкай Приморского края. Приморские тренеры демонстрировали отточенную технику и разбивали предметы незащищенными частями тела. Руководитель Хасанской школы карате Сергей Овчинников поразил зрителей уникальным ударом под названием «Тоби-Йоки-Гири», который в России исполняет только он.